Без юморина уже второй год. Коронакризис вновь оставил одесситов без праздника юмора. На этот раз мэрия предложила горожанам посмотреть специально подготовленное видео на сайте города. Там опубликовали поздравления одесситов со всего мира, которые комбинируются с видеоархивом, как праздновали 1 апреля 30 лет назад. Среди пожеланий держаться и скорее выздоравливать. Одесситы подготовили музыкальные подарки актуальной тематики. Ковид нечаянно нагрянет, но он когда-нибудь пройдет. И все равно в Одессе будет юморина в этот год, и каждый ждет. Теперь все люди носят маски, хоть медицинские слегка. Не проканают тут отмазки, и мы ждем, конечно, сказки в день дурака. А вот у живых символов одесскую Марину, актеров театра «Маски», даже в такой карантинный период работы хватало. Веселая команда народного артиста Украины, преподавателя Международного гуманитарного университета Георгия Делиева провела несколько первоапрельских телемарафонов и устроила символическую фотосессию у Дюка. Эпидситуация не позволила отметить народные одесские гуляния с былым размахом, но и Георгий Делиев, и президент Международного гуманитарного университета, почетный гражданин города Одессы, Одесской области Сергей Кивалов уверены, наши земляки, гости города, герои, через некоторое время обязательно окунутся в праздничную атмосферу. Почти полвека ежегодно в Одессе 1 апреля проходил традиционный праздник смеха – юморина. Однако второй год подряд празднование юморины приходится отменять из-за эпидемиологической ситуации. Главный идейный вдохновитель этого праздника – создатель и художественный руководитель комик-труппы «Маски», президент Международного фестиваля клоунов и мимов «Комедиада», народный артист Украины Георгий Делиев. Сегодня Георгий Викторович воспитывает новое поколение театральных виртуозов для одесской и мировой сцены на факультете искусства и дизайна Международного гуманитарного университета. По его мнению, придет время, и праздник юморины вновь выльется на одесские улицы. Одесситы уверены, что Бог улыбался, когда создавал Одессу. И действительно, здесь любят и умеют шутить, как нигде, порой не благодаря, а вопреки. Юмор и смех помогают справиться с трудностями и перипетиями нашей жизни, выручают в любой, даже самой запутанной ситуации. Одесситы, с праздником!